Андрей, Катя звонит. Да? Да. Это капец, так я тебе позвонила. Алло. Да. Тебе какая разница, что я делаю? Да мне вообще нас... Да пошла ты в жопу! Блин, Вот я не пойму, любишь ты ее или нет? Да люблю. На какого хрена ты с ней так разговариваешь? Ну, мам, потому что если я покажу свои чувства, это значит, я покажу ей свою слабость. А я мужчина. Мудак ты! Женщина любит ушами. Смотри, любимая, прости дурака. Вот сейчас смотри. Опять звонит. Нормально разговаривай, ласково. Хорошо. Знаешь, ты со своими подружками конченными можешь так разговаривать. Курицами! Вот дебила. Звони ей и говори, что любишь ее. Алло, Кать, я тебя... Иди нахуй! И ты представляешь, этот шакал зажал мне косарь на кальян. И я... Это мой клиент. Девочка, витаминка.